лучше сейчас не сделаю. Но я хотя бы не остановилась. Mm-hmm. Там интересные были кусочки. Ну, как всегда, по чуть-чуть. Которые раньше даже и не звучали. Mm-hmm. Интересно? Mm-hmm. Ну просто... как оно вообще дырявое, да, пока? Единственный момент, который меня смутил, это там, где ты вот делала бррр, а потом вот этот чи сделала, ну... Отдельно? Нет, хотелось бы, чтобы ты взяла выше. Ну, чи-чи. Чи. Ну да, что-то типа такого. Пробуй. Ну вот, я вообще не в то место, не в то время вообще воткнула ее. По-другому вообще сделала. Я не знаю, как мне спеть выучить. Я вот там кусочек, тут кусочек. Знаешь, она до госэкзамена будет импровизировать все время. Да. А придумывать каждый раз петь по-разному. Я не могу. Да это нормально, если бы она не терялась в плане гармонии. Она же иногда просто останавливается, иногда... у нее бегущая строка здесь бежит. Ой, что дальше спеть? Вот этого быть не должно. Но их все меньше и меньше. И меньше, да, меньше. Это сейчас было все нормально. Просто я почему не отрезала еще? Во-первых, мне никто не написал, не предупредил, не постучал. Вы мне не стучите. Я вот так вот делал. Наталья Викторовна, фонограмму. Я в этот же сразу же момент, вот, во-первых, план, запишу себе в план, у меня план на столе лежит, сделать. Либо я сразу же сяду и сразу же сделаю. Сразу же. Ну, мне надо, чтобы мне постучали, потому что я-то не пересматривала уроки. Я их забросила, и все, и я опубликовала. Поэтому, если ты хочешь вот сейчас, понимаешь, 2.48 идет стандарт, в принципе, самое хорошее время. Если тебе есть что петь, то можно не отрезать. А обрезка – это путь наименьшего сопротивления, понимаешь? Вот я как-то один раз спела, что мне нормально, прям хорошо хватило, и не надо было ничего обрезать. Ну ты и сейчас спела, тяжелее. Они были разными. Они были разными, они были, обе импровизации были кульминационными, они были немножко разные. Я потому что уже почему-то была готова закончить. Вот, они были разными, поэтому... Не то, что по пути наименьшего сопротивления, просто, как сказать... Мне кажется, будет более уместным сократить ее, потому что, ну, грубо говоря, перекармливать тоже не хорошо, надо. Хорошо, нет, я с тобой согласна. Лучше лаконично показать все. Сделай, чтобы это было вкусно. И... Просто не хочу думать со стороны, я хорошо, побоялась. Хорошо, значит, мне напомни, я сделаю сегодня же. Тоже надо определиться. Предыдущую или последнюю обрезать? А я там посмотрю еще, как, что из чего входит. Там, что тут можно обрезать, что тут. Потому что стык. Либо делать верхний стык, либо делать нижний стык. Посмотрю там еще, как хорошо, как держится, какая. Что-то первый. У тебя вообще еще три урока. Сейчас Юлин урок. Садись, отдыхай, потом еще выпьешь. Юлинка, давай. Ой, ботинки какие-то новые купила тебе? Нет, я в них уже второй год хожу. Да? Просто на весенние сменила. Mm-hmm. У тех же тоже. Mm-hmm. Ну, над чем будем работать? Mm-hmm. А, хорошо. Ну, что вы играетесь, все, ковыряете, когда поете. Все время кнопку туда сюда кнопку. У вас все время кнопка ходит ходуном. Неплохо, что она ходит ходуном. Все. Завтра у меня будет работа с самого утра. Буду петь в Орионе. Угу. На 8 марта. Угу. И организаторы, ну, обычные люди, которые там работают, директора, говорят, ну, там нужна певица, там певец. Ну, Ваня, естественно, меня продавал. Вот, и говорит, ну вот пусть она, ну, примерно два блока по 45 минут споет, я такая. Зачем? Полтора часа. Ну это вообще не... Ну и, не а не я же знаю, как... Блоки должны быть вообще по 20 минут живого вокала, а не по 45. Так я же знаю, как все будет. Ну мы сегодня созвонились с диджеем, он говорит,
Да, ничего, совсем что ли? Ну, типа, какой час, даже 45 минут, 5 песен, 3 блока. Первый там лаунж какой-нибудь такой на разогреве, потом более-менее веселенький, ну и в конце танцевальный. 3 блока по 15 песен за глаза. Я такая, ну вот, видишь, я знала, что мы с тобой зазвонимся и все решим. Пусть они там хотят, что делают. Mm-hmm. Это. Ну, единственное, что мне заплатили как ну, за полтора часа. Очень хорошо, у тебя и будет полтора часа, только 3 блока по 20 минут. Ну, там вместе с джем, то есть часть он, часть я спою. Вот. Набрала репертуар? Лолит всяких. Это... Если бы не твой тип голоса, вот я бы костьми бы тут легла бы, я бы тебя не пустила на такие подработки. Понимаешь, да, если бы не твой тип голоса? А я себе не могу навредить. Да, ты себе просто не навредишь. Ты можешь чисто физиологически устать, но голос ты ничего не делаешь. Чуть-чуть подсипнуть я могу, ну, потому что устаю. Голос, там, например, там, ночью, когда пою. Там просто если будут курить там или еще что-то. Нет, нет, там это будет этот. Ну это хорошо, что там. Офис. С 9 утра, представляете, вот кому это надо? У них там будет башня из шампанского, знаете, такие, да, с бокалом. 9 утра. Я наработалась в свое время. Какие? В 9 утра, у них потому что рабочий день. Ну. У них рабочий день, я также приезжала и в 9 утра, и все, и у них и фуршет, и все, и программа, и все, там на 2 часа. А потом они идут работать. У них сокращенный день, им там вручают еще там руководство, там что-то как-то поздравляет. Я наработалась, Полина, в свое время, наработалась. Так, я имею в виду, что я знала, что я созвонюсь с диджеем, мы все урегулируем, я сделала как хотела. Эти вопросы даже не обязательно с вами решать, потому что у вас здесь уже отношения не мужа и жены, а как человек, которому предлагают работу, он как менеджер сработал, он тебя включил в эту программу, и здесь уже ты должна работать именно вот с человеком, который будет на звуке сидеть. Наталья. Полина! Простите. Вот, а вы сейчас объясните, почему я не ела. Я давно покушала. Вот оно просто иногда вырывается. Один раз. Я тот сюжет до сих пор не опубликовала. А черт. Ну, пусть люди знают. Нет, я просто думала, может быть, ты все. Вот я думала, чих можно сдержать? Ну, как-то сделать. Может. Хотя это нельзя. Ну, чисто для здоровья. А вот ик, я вот пыталась, вот я дома сколько икала, я пыталась, и не могу. Я после этого, ну, после ваших слов как-то... Ну, может быть, я не знаю. Значит, это контролировать. Оно лежит в папке, это видео, я не могу просто пока его как-то опубликовывать. Потому что Рамазан тоже глаза такие. А что? А все. Мы знаем, что мы не культурные икалки тут. Ой, Полина. Давай, спой еще. А где у меня рваное? А у тебя начало рваное. Оно прям рваное. Прямо. Я думала, сам куплет. Не-не-не, у тебя начало. А, давай. Нет какой-то целостности. Все равно идет, все идет четко, ритмично. Я хочу там немного аритмичного, чтобы ты добавил. Mm-hmm. А у тебя все ритмично. Первое. Да, второе, да, у тебя третье, так. Потому что это было. У тебя первый, второй, третий компот. Понимаешь? Mm-hmm. У тебя все вот. Обед по расписанию. Да. Привет. А вы сейчас заканчиваем. Лиза, можно же не уходить. Мы сейчас поем и все. Давай. Так. Поем. Какие дай? Дай. Ну какие дай? Просто да. Да я уже говорила тебе, делала замечание. Забыла. Да. Ну конечно. Дай. Ай. Какие ай? Прямо дай. Дви. Я воздух думаю. Дви. 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 Ну что-то среднее найди. Дви. Да, дви. Да. Пойдем. Дви. Да. Еще раз. Остальное.
как будто все с тарелками стоят и жлёк картошки, жлёк картошки, жлёк. Порции поём. У нас вагон времени для того, чтобы его вычистить. Да почему? Вообще другое. Ну ты же схематично знаешь, куда ты спускаешься. Вот и спускайся, но ты первую ноту не натягиваешь. Четко. А здесь просто возьмешь жвачку какую-нибудь. Вот и все. Вот только сейчас было хорошо. Вот сейчас это было, вот это был джаз. А у нас все. Жвачка. Да? Слабая, очень слабая. И потом ты не работаешь.
работаешь, и ты самые вкусные куски ты не выписываешь себе в голову. Надо прям по нотам. Надо сесть все видео пересмотреть и прям по нотам. Я пыталась лучшее... запомнить на слух. У меня на слух вот это, господи, вторая часть. Сейчас вторая часть поменялась, она хорошая. Сейчас вторая часть стала совсем другая, то есть все это. Я пыталась это запомнить, но вот оно вот не ложится. Вот эти чичи, вот эти дрели, их не нужно давать такими явными. Зачем они? Они должны быть с поволоками, с какими-то. Ну, то есть, понимаешь, вот эти... Да, я заборами мыслю. Да, Полин, надо, их надо... Мы даем их и должны преподнести их, сгенерировав интересный звук. Так же, как ты ва-ва-ва, ты убираешь микрофон. Для чего, непонятно. Когда это вкусно должно быть. И здесь тоже ты... Мне... Да-да-да. Почему-то мне до сих пор на подсознании кажется это глупым. Чем? Что будет? Сурдину делать. Ну, вот почему-то. Я это понимаю, что это не так. Это так вкусно! Это же так вкусно! Я понимаю, что это не так, и это, ну, как бы, можно... А вот где-то вот так вот глубоко... Привет. А, у вас сейчас практика? А? Да. Тебе помочь? Не постесняйтесь. Здрасте. Можете, здрасте, стесняйтесь. В общем, ну смотрите сами, решать вам. Я могу помочь, если хотите. Смотри, Полина, это надо все сгенерировать и сделать это все вкусно. Ты все равно ее как-то поджимаешь. Может, ее короче делать, может, еще что-то там все. Она гвоздевая. Она, да, она гвоздевая. Ну, гвоздевая. Это надо в этот поток влиться, и, а когда ты думаешь, а что будет дальше... В общем, вливайся в поток, выбирай самое вкусное. Выбирай, у тебя вот столько наснятого материала, тебе просто нужно выбрать. У самой себя. Понимаешь? Все, давай, пока.